Евангелион, пиздатое аниме, должен ты его посмотреть. Это вот наш главный герой, и он, ну, пожалуй, уж очень тупой. Ему на тян поебать, хотя не сосны еблять, но Синдзи не может это понять. Мисато-сан, тоже классная тян, топ-милфа она на все времена. Но даже она уговорить не могла Синдзи залезть в робота. А в робота он обязан залезть, ведь на кону жизни людей. Ангелы с неба на них нападают, но Ева раздаст им люлей. Евангелион пиздит новых ангелов, вся надежда возложена лишь на него. Аска или Рей, вопрос всей жизни твоей, только Синдзи в итоге выбрал парня. Тем не менее, он защитник земли, всем врагам раздаст он пизды.